Всем привет, с вами я, Хак. Это BNG Drive, опять-таки. Блин, смотрите, какая карта классная. Я сегодня дропнул ролик 3 часа назад, и получается, он набрал 70 просмотров за 2 или там 3 часа. И сейчас там 40 просмотров. YouTube тупо просмотры списал, еще и лайки. Ну это... Я сейчас сломался. Это what the fuck, YouTube, ну кто так делает? Короче, ребят, я думаю, еще начать проходить Мафию вторую. Как вы на это смотрите? Ну, на вебочку, вот так, как сейчас. И вот смотрите, какая карта прикольная. Ого! О, сейчас здесь можно будет аварии поделать, пообгонять. Классно. Я взял себе V8 какой-то джип. Почему боты не едут? Я же им поставил, чтобы они фигарили. А, я знаю, что я сделаю. Вот так. Ой, все. Ой-ой-ой-ой. Фак. What the fuck? Выхлоп. Трубу оторвало, походу. Все, так и поедем. Вообще пофиг. Блин, фига наваливает, мы вообще пофигу. Так, сделаем. Так, эта карта вроде выглядит прикольно. Три тачки заспаунил, здесь дороги пририсованы, и все едет норм. Точнее, и не лагает, и FPS нормально. Сейчас 46, 50. Ну, это нормально FPS, так что классно. Ой, блин, смотри, какая она красивая карта, ё-моё. О, какой-то трамплин, вообще тут прыгнем. Давайте от первого лица включим. Бочком немного. Все, обгоняем. Просто смотрите, какая вахханалия происходит. Они... Что он делает? Они все едут просто пофигуем вообще на дороге. Точнее, на правила дорожного движения. О! Ух ты, блин! Я испугался немного. Чего произошло? Чекайте, ребята, у вас такое было когда-нибудь? Если было, напишите в комментарии. What the fuck? Чё? What the fuck, бро? Так, ладно, переспавнимся. Кстати, здесь можно 4 тачки поставить, если так все нормально идет. Блин, прикольно, прикольно. О, давайте так погоняем. Блин, чекайте, они даже дорогу неровно сделали. Вообще класс. Ой, как я... Что, как я всех объехал? Это вообще Unreal. А, я понял. Наши тачки вообще пофигу. Блин, прикольно, прикольно. А вы знаете, что сейчас делаю? Так, пускай эти тачки катаются. Нет, я их поставлю на паузу. Так, смотрите. Спавню коповскую тачку. Она сейчас будет за нами ехать. Если там превышаешь лимит, то она просто срывается. Вот такую. Вот она быстрая. Так что нормально сейчас будет. Все, изи. Все, она быстренькая. Так, переключаемся обратно сюда. Хорошо, что она поехала. Все. Чего? Я добавил еще одну машину, FPS 50 упал до 27. Это вообще адекватно? Нет, стоп. Вот тогда одну тачку дропнем. Прикол, прикиньте. Одну тачку убрал, а FPS... FPS 45, 44. Что? Это коповская тачка так много жрет, я не понимаю. Ладно, давайте сделаем спид-лимит поменьше, чтобы коп на нас... Блин! Найс. Чтобы коп на нас срывался, вот 110 поставлю. 110 изи разогнаться. Вот так, все, гоним. Сейчас коп, когда нас увидит, все, он уже, по идее, сейчас за нами будет ехать. Это будет прикольно. С трафиком, еще и с копом. Блин. Фу, дядя, на желтой тачке. Ой-ой-ой. Ой-ой, неплохо, чекайте. Да, он, все, отлично. Ладно, го в другую сторону поедем. Пофиг на эти повреждения, вообще пофигу нам. Что, он уже за нами едет? Блин, чекайте, какая карта, она мне капец нравится, она прикольная. Чё, ему вообще пофиг, чё творить, походу. Ладно, го здесь, спавнимся. Ой, ой-ой, сейчас авария будет. Нифига. А что... Что происходит? What the fuck, у меня сейчас тупо колесо влево повело, я им не управлял. Ну, тачка сама повернула, как это? Что там вообще слева? Где он? Что, улетел, что ли? Ой-ой-ой. Так, что здесь у нас? Блин, фига он стрёмный. Опять испугал меня. Че за хрень вообще происходит? Он просто... Что, простите? Он что, полицейскому помогает? Дядя, ну отцепись от меня, what the fuck, man. Капец, у меня тачку разбил. Я сейчас газ подавлю, чтобы вы понимали.
Она тупо не едет. Великая защитка, прикольно. Ладно, попытаемся скрыться с места преступления вот таким вот образом. Еще давайте представим то, что мы просто сворачиваем куда-нибудь с дороги, чтобы нас не было видно. Ой-ой-ой, тут вода как бы... Ой, фак. Ладно, кое еще раз. Блин, это прикольно. Походу будет получше, чем прошлая серия. И, ребят, кстати, на прошлой серии там столько комментариев оставили. Прикольно. Мне нравится читать комментарии. И там еще был комментарий с матом, да? И его YouTube сразу забанил, я на него даже отсидеть не могу. Его нигде нет. Да ё-мо, что мне так раскладывает? Его нету ни в спаме, ни в непрочитанных, вообще нигде его нету. Так что, ребят, если пишите комментарии, то пишите без матов, потому что... Блин, что он творит? Ой-ой-ой. Шел от одной аварии и врезался в другую. Класс. Так что, ребят, пишите комментарии без матов, ничего не вырезается. Потому что YouTube их сразу блочит. Не, я бы их читал, но YouTube их сразу блочит. То есть у меня в уведомлениях он приходит, а если я захожу, его уже нет. Вот так. Дядь, ну... Ладно, все, го последний раз на этой машине и поменяем машину. И ботов других поставим. Да, будет класс. Не, в принципе, эти боты нормально так гоняют. Он здесь остался, окей. Так, FPS 45, а я 3 тачки, да? Ну, нормально. Блин, ну вот what the fuck они делают. Ну what the fuck, man. О, еще и на трамплин, вообще класс. И на колеса. Ладно. Все, последний раз. Давайте первого лица. Блин, ну вот what the fuck. Ой, хорошо, это он мне не выехал навстречу, как он любит делать. Так, все, тихо. Лимит уже нарушен. Вот они тут любят выезжать, капец, прям. Фак. Фу, еще 3 километра, и он за мной сорвался. Тупо на меня бы в лицо выехал. Отлично, мы проехали дальше, чем обычно. Что, колесо повредил? Все, представим, что мы его обгоняем. What the fuck ты делаешь, бро? Это ГБЛ. Капец, как я засейвил. Хотел направо уехать, но там что-то места не было. Ребят, вы это видели? Напишите тайм-код. Ой, фак! Фак! Блин. Случайно камеру переключал. Го, спамим другую себе тачку. И сейчас погоняем, ребятки. Блин, классно. Так, какую бы машинку заспавнить? У меня скажи, сколько модов есть. Я их качал, капец. Тут всего. Тут даже вот, смотрите, есть... Можно пострелять и по... Что, по... и ракеты есть, и бомбы. Даже такая фигня есть. Типа на рельсе ставится. Сейф даже есть. О, возьмем универсал какой-нибудь. Ну давайте вот этот, не самый жесткий, чтобы можно было просто навалить так спокойненько. О, отлично. Все, навалим. Так, стоп. А чё здесь? А, все сбилось. Ну, сбилась панелька, но тачи едет, так что нормально. Ой-ой-ой. О, он, кстати, пошустрее будет. Ну, в принципе, логично, да? Окей, я понял. Короче, спавню здесь и переспавлю машины, потому что им пофиг, видите? Все сбилось, оказывается. Так, плей. Все, они катаются. А ты Сикову подрезал, не сорвется за нами, нет? Ого! Го, знаете, что делать? Гумы типа такие нарушители и всем мешаем. Чего? Чего они так стелят? Вы это видите вообще? Блин. Посмотрите, как они стелят. Ой-ой-ой. Найс. Хотел им помешать, помешали мне. Да, гози, засвоимся. Окей. Погнали. Парковочка, что это, церковь. Чуть вредался. Те же милиция? Копы? Чего? Почему им пофиг? Почему ему пофиг? Блин, прикольно. Карта вообще классная. Но почему ему пофиг? Камон, бро. Чё? Куда он поехал, когда он не разбился там? Блин, го переспауним, что ли? Делит. Спавн. Так, я переспавнил тачки, нажимаем play. Все, они, по идее, должны наваливать сейчас. Ну, в смысле, наваливать, и чтобы коп нас догонял, если мы превысим 110 км в час. Сейчас мы посмотрим.
Не, ему посрать, ну камон, бро. Ой, блин, тебя подрезать. Почему? Я сейчас что-то вообще ничего не понимаю. Давайте поставим лимит 100, что ли. Что не так? What the fuck, бро? Давай еще попробуем. Блин, здесь такая классная прямая. Ой, это ГБЛ. Ой, еще и трамплин. Ой, what the fuck. Так, заставимся здесь. Все, сейчас, ребят, короче, разберусь с этими копами. Короче, ребят, я сейчас ехал. Ну, поставил опять копов и приспавнил машины. И он опять за мной не ехал. Я сейчас в него взял, врезался, и у него мигалка сработала. То есть, можно его подрезать, и он будет за мной ехать. Как бы, в принципе, логично. Почему-то по спид-лимиту он не едет за мной. Это странно. Давайте 110 поставим, это самый норм спид-лимит. Чекайте, просто какая прямая, здесь можно какие-нибудь трешки устраивать. Ой-ой-ой, о, трамплин жесткий. А, мы карты по кругу объехали. Понял. Вот он. Ну все, пока, как бы. Ой-ой-ой. Что, я сейчас на него упаду? Да не может быть, не, ну блин, почти. Ой-ой, сори, коп. Да ладно. Да ну нафиг. Смотри, колесо как GTA Vice City, знаете, когда можно там мод ввести, Sea Vice вроде. Точнее, не мод, а код. Sea Vice ввести, или как? Как-то такое, вроде, что-то такое. И там по воде плавать. Го еще раз. Давайте я посмотрю назад, типа, чтобы бот заспавнился. Вот, заспавнился, отлично. Все, сейчас просто врежемся в него, если он не будет за нами ехать. Что он делает? Я сзади него, почему он вперед едет? Давайте мы типа по РПшке выдумаем, что это не за нами. Это реально не за нами. Ну вот так. Чё он творит? Я думал, это за нами. Ладно. Он, походу, на кого-то еще сорвался. Да, на кого. Ой-ой-ой, что там произошло? Чекайте, просто капец. Он этого малыша просто разбил. Капец. Давайте у него время, чтобы он за нами поехал. Все, по идее, теперь он за нами. Блин, тачку все разбил. Ну ничего, ремонт недорогой, думаю. Кузов тут не сломался, не пошел, так сказать, и нормально. Да, мы здесь были, сейчас вернем направо куда-нибудь в город. Это ГБ, просто он дикий какой-то, вообще бешеный, ему пофиг. Но главное нас остановить, а то, что он может погибнуть, вообще посрать, походу. Мы типа думаем, то, что это не за нами, окей? Что он сделал? Блин, он реально приколист какой-то. Отвернемся назад, повернемся. Блин, те тачки пропали, а он не переспавнится. Блин. Мостик. Классный. Гость него сейчас. Ну, блин. Гость сейчас запрыгнем на мостик и с него спрыгнем потом. Блин, фига я повернул. Ладно, го, пускай он с нами сейчас покатается, потому что он без дела. Би. Ой-ой-ой, что происходит? Великом тачка перевернула. Йоу, чекайте, какая карта. О, красивая, красиво. Воу. Блин, вообще класс. Здесь камни FPS просел до 36. По-моему, сейчас что-то будет. Вы видите вот это вот? Ой, ГБЛа. Что происходит вообще? Этот бот вообще дикий. Так, мы в этом городе были, так что пойдем вокруг. Фак, бро. Повезло, повезло. И мы, походу, от копа оторвались. Да, просто mission complete. Чтобы вы понимали, я увидел вот эту вот фигню. Я хотел на ней подпрыгнуть. Но я понял то, что слишком поздно, ну точнее поворачивает, тачка не поворачивает, понял, что ГБЛа. Домики, кстати, похожи как будто из пабга. И локация, а хотя или нет, не помню. Ну что-то, давайте, да, вот, ой. Фак, да что? Не-не, я уезжаю, я уезжаю, уезжаю, уезжаю. Не успел ты мне повязать. Все, давай, короче, пока. После этих слов я врезаюсь. Блин, класс. Да, как будто паб.
Скон тоже сломался, ладно, го еще раз. Нам не страшен этот коп. Верно? Верно. Да, ну конечно вообще жестко, жестко. Так, там мы здесь были. Поедем сюда и где-нибудь свернем. А, да, повернем направо, а то мы тогда уехали прямо, а сейчас направо повернем, вот тогда. Блин, сколько копов в этом городе? О, розовенькая тачка. Блин, и карта нормально оптимизирована. Давайте остановимся, представим, что это не за нами, верно? А потом понять, что за нами, я просто даю дело. Го по полям поедем. Он за нами. Ой-ой, фак, фак, бро. Ой, это жестко. Что? Он нам тачку сломал, но не едет. Представим, что мы выбежали и просто бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Представим, что здесь была новая машина. О боже. И здесь была вообще какая-то вот такая тачка, не быстрая, просто дефолтная какая-то машинка. Спавним ее и просто на ней сейчас валиваем, просто стелим и уезжаем. Не, не так, не так. Просто втыкаем. Ну, когда вяленько, непривычно на вяленько кататься, где будешь? Ну вот. Что это за здание? О, мы не слышим мигалок. Он, походу, от нас оторвался. Точнее, мы от него оторвались, в этот факт. Ой-ой-ой. Фига, фига я про. Тяжелая, капец. Ну, как бы логично, да? Все, мы от него оторвались. Ладно, представим, сейчас опять на него нарвемся. Представим то, что мы от него не оторвались, он за нами бежал. И просто мы успели уехать, да? Впритык. Ой, поедем сейчас туда, в горы. Сколько раз я уже сказал, что карта классная, но еще раз скажу. Так, мы... Во-во-во. Все, нам пофиг, у нас вообще тачка пули непробиваемая. Все, разворачиваемся. Так, тихо, камень. Фак. Блин. А тяжелая, капец, ее носит. Блин, вообще прикольно. Все, сваливаем, 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 просто сваливаем. Представим то, что он еще тогда за нами ехал, просто... Я переставил на тачку, он, походу, отстал от нас. Так, окей. Мы думаем, что же нам делать? По этой главной дороге лучше не ехать, потому что это очень палевно. Смотрим, куда свернуть. Блин, надо было туда сворачивать. Ладно, следующий поворот и сворачиваем. Мы видим поворот, все, мы сворачиваем. Как-то фигово сворачиваем. Где он? Блин, он за нами. Фак. Все, нав... она не стелит. Все, наваливаем, наваливаем. Главное, чтобы встречка не... Не, ну... Спасибо, хоть в него врезался. Блин, главное, чтобы встречки не было, и просто бус вылетает со всех ходов. Блин, вообще класс. Ну, реально. Ну, бро, ну куда ты? Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Фак, нам нужна новая машина сейчас будет. Просто новая тачка не за горами, походу. Едем, 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 едем. Ой, спасибо, что вырулил. Ой, он за нас разбился. Ой, мы на какой-то гору заехали. О, как красиво, озеро. А вот это уже тупик. Да, да, нафиг вообще прямо ехать. Вы, чтобы вы понимали, меня просто занесло. Ладно, представим, что мы сильно тачку перевернули, нас было в машине не один человек. Она едет, отлично. А, это дорога, я думал трамплин. Опять этот бус. Да блин, не поворачивает. Все, это ГБЛ. Так, сейчас включу ручную коробку передач, чтобы по фасту срулить отсюда. По-моему, радиатор дамагит. Ладно, все, пофиг, пофиг, пофиг. Тачка не наша, нам вообще пофиг. Главное скрыться. Ой, спасибо, дядя, что вырулил. Здесь что? Здесь ФПС? Просто пропал куда-то. Давай, давай. Ну блин, ну дядя, ну куда ты на своем бусе задолбал? Очень главное наваливать на этом бусе. Ой-ой-ой, все, это просто... Но оно не поворачивает, колесо сломано левое. Так, давайте мы еще пока не арестовали. Фу, повезло. Просто представим то, что офицер полиции не успел выйти. Что, выйти. Короче, ладно, поедем налево, раз она поворачивает налево. Не, плохая идея, плохая. Ой-ой-ой. Тормози, фак, мэн. Так, тихо. Все.
Тачка умерла. Ну, я не знаю, ребят, мы ушли от погони или нет, но это было капец прикольно. Ох ты, мне понравилось. Го еще. Только сейчас другую машину поставим. Заспавним, знаете что? Какую-нибудь тоже лайтовую. Вот представим то, что на этой колымаге мы просто сейчас будем срываться от погони. О! Срываться от погони. Срываться, вообще-то говорится. Уходить от погони, вот. Просто нам нефиг делать, мы подрезаем копа. Что, мы наехали на него, что ли? И просто сваливаем, как всегда, просто валим. Блин, она вообще не едет. Ну хотя, это и на руку. Блин, я хотел свернуть где-нибудь. Нету, вообще, блин, нету где свернуть. Фак. Он сейчас нас врежется, походу. Ладно, пофиг, нам пофиг. Так, тихо. Сворачиваем вот здесь. Вот здесь. О, да, здесь можно свернуть, отлично. Все, едем. Бампер отрывался. Ну ладно, бампер недорогой, но это тачка будет, думаю. Так, тихо. Еле поворачиваю. Все, едем. Отлично. Мы вроде оторвались, да? Ну тут новая полицейская машина. Фак, бро, это было жестко. Мы приспавимся. Представим, что этого всего не было. Мы просто едем в какую-то лабораторию. Фига, блин. Понимаем, что за нами погоня. Как я опять заставил? Как это было? И нам нет, надо срочно скрыться. Ух ты, фак, бро. Фак, мэн. Это что, парковка? Вот сюда наверх. Воу, вы это тоже видите? Все, наваливаем. Просто скрываемся. Мы не отчаиваемся, потому что мы едем. Тачка на ходу, так что все классно. Вот сюда. Все. Пока, полиция. А, здесь тупик. Класс. Блин, вы слышите мигалку, да? Я тоже слышу, но мы их не видим, так что... Точнее, мы его не видим, так что пофиг. Так, здесь можно налево уехать? Ё, нифига, прикольно. Ну, вроде можно. Ну все, мы скрылись, ребята, от погони. Опа, представим то, что это не с распитым столом, то знаете, здесь такой кружочек синенький. Все, мы скрылись, ребят. Блин, это было вообще прикольно. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите также вот эти ролики, которые сейчас тут выскакивают. Хотите посмотреть другие ролики на моем канале? Они тоже классненькие, прикольненькие, веселенькие. И... Всем пока, ребята!